25 апреля 4-я танковая армия, обходя Берлин с юга, вступила в город Потсдам. В тот же день, обходя Берлин с севера, навстречу 4-й танковой армии стремительно продвигалась 2-я танковая армия Богданова. Маршал Конев. Слушаю, товарищ маршал. Что, что? Да скажите им, чтобы прекратили палить, поговорить не дают. Слушаюсь. Веду бои за Фридрихсхайне. Слушаю, товарищ маршал. Весь повернуть армию на Берлин. Вот это дело. Вы даже не знаете, в какие районы проникли русские. Какой же вы комендант Берлина? Вся связь нарушена, мой фюрер. Они уже на Вильгельмстрассе. Кольцо сжимается. Мой фюрер, мы уже не в силах защищать Берлин. Я считал, что если я останусь, все солдаты проникнутся верой в победу и двинутся спасать город. Я еще надеюсь на это.
Пригласи летов! Где командир батальона? Убит, товарищ генерал. Я подполит батальона, лейтенант Кругликов. Клаус батончики за ограды бьют. Пустить бы пехоту вперед. Командир взвода, сержант Ряженцев. Вот что, сержант, видите, мои кони остановились. Фаустики впереди. Голубните-ка их, дьяволов, так, чтобы они на том свете нас помнили. Попробуем, товарищ генерал. Действуйте.